Баскетбольный прорыв. Такого титула удостоился клуб «Чебоксарские ястребы» по итогам минувшего сезона. Городская команда завоевала серебро на чемпионате России по баскетболу «Суперлиги-2». Накануне с обладателями второго места встретились министр физкультуры и спорта Чувашии Сергей Шелтуков и глава администрации «Чебоксар» Алексей Ладыков. Второе место в чемпионате России – это, пожалуй, лучший результат чебоксарских команд. Чебоксарские ястребы за 2 года смогли поднять планку. В этом сезоне клуб сумел успешно завершить серию игр в плей-офф и впервые выйти в финал соревнований. В упорной борьбе в финале наша команда уступила сильному и опытному сопернику из Тамбова. И хотим продолжить работу совместно с чебоксарскими ястребами, радовать болельщиков, жителей города новыми победами. После заключительной игры все интересовались и все задавали вопрос, что проиграли. Я всегда отвечал, всем отвечал, нет, не завоевали серебряные медали. Сейчас основная задача спортсменов – отдохнуть перед предстоящим сезоном, чтобы с новыми силами стартовать в следующем игровом году. Основная задача, которая стоит перед руководством клуба и перед тренерским составом – это сохранение состава команды, вот этого победного состава команды, потому что из команды 3 человека признаны в номинации «Лучший защитник», «Лучший разыгрывающий» и «Лучший легкий форвард».